Сдавать оружие и боеприпасы в Приднестровье – отработанная практика. И делать это нужно правильно. Достаточно позвонить в дежурную часть. Если сдали добровольно боеприпасы, которые случайно нашли, или те, что у вас хранятся, никакой уголовной ответственности не будет. Опасные находки изымают специалисты. Практически каждую неделю где-то поступает информация о том, что то в одном месте, то в другом. Люди находят взрывоопасные предметы еще времен Великой Отечественной войны, войны 92-го года. И добросовестно в рамках своих гражданских прав сдают это оружие непосредственно миротворческим силам, правоохранительным органам. Механизм очень простой, он, как говорится, отработан уже годами. Здесь, естественно, мы первоначально обращаемся исключительно в правоохранительные органы. Там уже есть целая система, которая запускает работу как самих правоохранительных органов, так служб, которые обеспечивают изъятие, уничтожение боеприпасов, так миротворческих сил, под контролем которых все это происходит. Олег Беляков добавляет, ОКК всегда на связи. Обстановка в зоне безопасности сейчас стабильная и контролируемая. На заседании стороны Объединенной контрольной комиссии соберутся, как и запланировано, в четверг.